ребенку эта пачка молока, как бы дополнение к тому, что я ему еще и дала с собой, потому что после школы он куда-то бежит, куда-то несется, и лучше он выпьет молоко, чем он будет питаться чипсами. Почему не заменить тогда на обеспечение полдника в школе, как булка с компотом? Да, всем детям начальных классов.